Привет, с вами опять Павленти. Сегодня 16 декабря. Это не значит, что я помню эту дату. Я только что ее посмотрел в телефоне, в календаре, потому что уже счет дням давно сбился, а день недели, даже если спросите, я не вспомню. Как вы видели видео, прошел очередной день обучения. Все стандартно, с утра позавтракали и вышли из марины, рядышком в заливе отрабатывали швартовку. Швартовка была сегодня с новогодними мотивами. Задача была поставлена подойти ровно к пирсу, чтобы лодка стояла ровно, и высадить на берег нарядную красивую елочку. Оставить ее там, вернуться на лодку, ну и отойти дальше. Следующий участник команды должен был то же самое подойти к пирсу, выйти, забрать елку, вернуть ее на борт и отойти. Вот так мы сегодня упражнялись до обеда. Чтобы было понятно, елка используется просто как вместо отжиманий, как было раньше. То есть сейчас это елка, ее ставили чуть дальше, чуть ближе, имитировали то время, которое необходимо для того, чтобы матрос мог сойти и закрепить швартовы на пирсе, чтобы удержать лодку в нужном нам положении. Потом мы пошли на обед, вернулись в марину. И опять после обеда вышли уже со вторым инструктором и тоже занимались. Ветра не было особого, поэтому занимались швартовкой, кормой, становились лагом один раз. И то есть это когда лодка подходит боком к пирсу, бортом каким-то. И ставили грот. Это основной парус, на нем брали рифы. Первый, второй, отдавали рифы и убирали грот. Вот такими делами занимались. Казалось бы, все, возвращаемся в марину. И тут нам инструктор говорит, что-то лодка выглядит какая-то уже грязная. Надо ее помыть. Дал нам денег, карты пластиковые, чтобы пойти оплатить воду. И показал, где шланг, щетка, чем мы, в принципе, еще и потом уже в потемках занимались. То есть мыли лодку. Ну, а потом опять после такого дня времени катастрофически не хватает. Нам еще дали еще две толстые книжки. Мы сдали один тест вчера на VHF Operator. Сейчас дали еще один на ICC сертификат. Две толстые книги, сказали, изучайте. Вот, и плюс еще помыть все, сделать... Ну, без водного баланса никак. Надеемся, завтра мы уже будем пить чай вечером. Будет, возможно, более спокойнее. Ну, вот так вот прошел очередной день. Вкратце вам рассказал. Спасибо, что смотрели. Если какие-то есть вопросы, спрашивайте на форуме, в комментариях задавайте. Буду рад ответить и снять отдельные сюжеты. Всем спасибо, пока.